Коронавирус внес коррективы в работу Верховного Совета Хакасии. Завтра депутаты соберутся на очередную сессию. Мы уже рассказывали, что в сложившейся ситуации решено максимально ограничить присутствие людей. В зале заседания будут только депутаты, представители муниципалитетов и непарламентских партий не пустят. И сегодня главы городов и районов выступили с сенсационным требованием перенести эту сессию. Совет муниципальных образований считает, что правительство Валентина Коновалова просто провалило работу по целому ряду направлений. Тотальная закредитованность и блокировка счетов, фактически срыв программы поддержки малых сел и неумелое выстраивание рабочих отношений с федеральным центром, провальная кадровая политика. Это лишь часть проблем, которые тревожат людей в районах. На предстоящей сессии Верховного Совета Валентин Коновалов должен выступить с отчетом о проделанной работе. Как раз таки неудобных вопросов он может избежать благодаря пандемии коронавируса. На сессию решено не пускать ни журналистов, ни глав муниципальных образований. Фактически каждый из них подписался под обращением к депутатам Верховного Совета перенести на май отчет главы Хакасии, чтобы не превращать выступление в театр одного актера. Когда выборы идут, они приезжают и при помощи ресурса именно глав городов и районов, они становятся депутатами. Потом они замыкаются в сером здании, да, у нас в правительстве, и как бы решают эти вопросы. Я считаю, что это несправедливо. И мы хотели получить внятные ответы. Вот смотрите, например, опять Аскинского района. Бюджет не принял, всем вот просто начихать. Как они там будут жить? Хоть бы кто-то приехал, начиная с представителя комитета по бюджету, представитель правительства писали,